мысль о банкротстве нынешнего руководства страны, я должен сказать, что, конечно же, со стороны Запада, все-таки президент Порошенко является достаточно эффективным и приятным представителем, лицом украинского государства. Это человек, который может эффективно выступить в защиту интересов Украины, может прошибить на слезу, как это я в чем и убедился в его выступлении в Мистецком арсенале в июне 2014 года во время его пламенной эмоциональной инаугурационной речи, когда, повернувшись назад и в толпе, в которой были три поколения украинских политиков, Мамонт, то есть вся элита, я видел половину этих глаз мокрыми от слез. Когда также убедился в этом, когда стоя аплодировали ему студенты Колумбийского университета в сентябре 2014 года. Знаете, действительно, один из самых эффективных президентов на Западе за историю существования независимой Украины. Тем не менее, этот кредит доверия, который был настолько высок, когда пришел к власти Петро Порошенко, на глазах тает. И кредит доверия ему, кредит доверия руководству страны. И когда он сказал в своей речи в Бестецком арсенале, что украинцам стало быть модным. Украинец, это звучит годно. Полтора года спустя мы должны задать тот же вопрос. А остается быть модным украинцем? И что для этого сделал господин президент? Я думаю, очевидным для всех стал факт, что ничего не... Президент, ни руководство страны не сделало для того, чтобы это было действительно так. Доверие не оправдано, народа не оправдывается доверие, предается кровь сотен мучеников Майдана, тысяч жертв войны на Востоке, западных друзей Украины. И в этих условиях я хочу обратиться к господину президенту, как украинец, как американец украинского происхождения, который живет за океаном телом, но душа и сердце которого остается здесь, в Украине. Я хочу обратиться к вам, господин президент, и призвать вас, чтобы вы возвысились над мелкомасштабными интересами межклановой политики, чтобы вы поставили интересы государства над интересами своей семьи, своего бизнеса, своих сослуживцев. Я призываю вас это сделать незамедлительно, потому что я уверен, что вы знаете, что нужно сделать и как нужно делать, и я знаю, что вы знаете, что это нужно делать. Поэтому делайте же наконец это, иначе game будет over.